Полоцк готовится принять День белорусской письменности. Торжественное мероприятие главного литературного события года начнутся 1 сентября и продлятся 3 дня. Ожидается большое количество гостей из разных стран, в том числе писатели, артисты, официальные делегации. Полоцк примет праздник уже в 3-й раз. Символично, что в этом году он пройдет именно на родине Франциска Скорины, в год, когда страна отмечает 500-летие белорусского книгопечатания, а самому Полоцку исполняется 1155 лет. День белорусской письменности является национальным праздником и отмечается ежегодно в 1-е воскресенье сентября. Впервые он прошел в 1994 году. Торжества принимают исторические и культурные центры страны. В разные годы столицами проведения праздника становились Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мир и другие исторические места Беларуси. Уже известно, что в следующем году столицей Дня письменности станет Иваново Брестской области. Торжественную эстафету Древний Полоцк передаст городу в последний день праздника. Стать столицей Дня белорусской письменности очень почетно, ведь по сложившейся традиции торжествам эти места обновляются и благоустраиваются. Так, в Полоцке и районе к нынешнему празднику реконструировано и модернизировано почти 350 объектов. Среди них Софийский собор, музей книгопечатания, железнодорожный и автовокзал, городской дворец культуры.